Всем привет. Короче, в Москве случился какой-то непонятный коллапс с дорогами. Мы второй день уже просто стоим в пробках, да, Эдик? Не езжайте в центр, там просто жесть. Нам ехать 5 километров, мы будем ехать его час, если не больше, да? Уже минут 15 показывает 40. Сколько? То есть надо 40 минут, уже минут 15 он так и стоит. И капец. Вот так, не можем лезть никуда. Как у вас дела? Привет, Челябинск. Я сейчас с Эдиком и с Толиком. Толик не выдержал, вышел из пробки и пошел пешком. Да, говорит, я пошел, пацаны. Вот. Привет с Дубая. Погода в Москве отстой. На весну совсем не похоже. Валит снег, похоже на дождь. В общем, мокро и уныло. Такс. Привет, Москва. А в Дубае жарко? Да, в Дубае жарко. В Дубае как раз сейчас, походу, самый веселый сезон, да? Как раз после Нового года. Сколько? Какой вообще месяц? Март? Март. Так. В общем, друзья, зашел пожелать вам всем хорошего дня, хорошего настроения. Салют.